Оказалось, что это так естественно, так нормально, что российская армия пришла в Чечню, что надо прижать террористов, что все нужно, их не должно быть. Вот я помню, да, что мне казалось, что это очень логично, и никакого осуждения у меня тогда действий российской армии не было вообще. Я все время пытаюсь понять, что происходит с людьми, да, которые поддерживают или никак не реагируют. Я себе тогда вот то и задаю вопрос, а как ты тогда? Почему ты тогда? Потому что вот какое-то было такое чувство, что российская армия не может сделать плохо. Если уже они там что-то делают, это точно значит, потому что надо уничтожить там банду террористов, понимаешь? Это ужасно, что мы тогда этого не понимали. Это ужасно, что мы были продуктом вот этой вот то еще советской какой-то пропаганды. Но мне кажется, это очень важно об этом, ну, как бы говорить, потому что это ответ на вопросы сегодняшние.